Всем привет! Давно я уже в своей группе слияния сказал, что есть хитрый способ, как поймать можно любого игрока и уничтожить, если он вам нужен, даже если он очень сильный. И тут наконец-то у нас получилось, мы целый месяц его ловили, и все-таки это получилось. Сам способ находится в том, что изменили правила создания альянсов. Теперь крепость альянса не обязательно ставить по конкретным точкам, ее можно воткнуть куда угодно. А на территории чужого альянса нельзя одеть щит. Вот такие правила теперь у нас есть, и можно абсолютно любого игрока, если он стоит без щита, не на территории своего альянса, а где-то в поле, можно смело рядом с ним ставить крепость. То, что мы сделали. Потом одеть на него запрет телепорта, то, что мы сделали. И он не может одеть щит. Мы уже больше полугода воюем. Вот как произошло слияние. Китаец забрал редкость, реликвию, синий скипетр. Самый такой хороший. Причем кит этот 45-й с хорошей статистикой. Для нашего королевства это топовая статистика. С огромной силой. 2,8 миллиарда силы. Мы очень долго его ловили. Он очень такой аккуратный, осторожный. Никогда щит не снимает. Тут сегодня вот просто повезло. Наши ребята снесли им крепость. Он обиделся и начал атаковать наш альянс. И оказался не на территории своего альянса. Точнее, он где стоял, там и стоит. Вот его мега сейчас бьет. Он где стоял, там и стоит, рядом с ним портал его альянса, но он не на своей территории, там крепость несли, он оказался на пустой территории. После того, как мне об этом сообщили, я сразу же кинулся в игру. У нас было два дежурных фермерских альянса, специально для этого случая. В каждом альянсе должно быть не меньше 20 участников, чтобы поставить крепость. 20 участников обязательно. В нашем альянсе оказалось 15. Ну, вот так получилось. Наш игрок вывел все свои фермы. Тут как раз очень срочно нужно было ставить крепость, а 15 человек нет. Мы начали, конечно, дебоширить, всех звать. У нас есть специальная группа тревога. Я там куями просто всех покрывал, но чтобы 5 человек не быстро были. В итоге мы собрали 20 человек, я поставил крепость. Он оказался на территории нашего альянса. Фермерского. Он не может уже, в принципе, одеть щит. Тут же я рядом ставлю драконий алтарь и накладываю на него заклинание стоп ТП. Заморозил его. Он не может, в принципе, никуда двигаться. Он не может одеть щит. Он не может двигаться. Он просто в жопе полный. Пусть какая бы ни была у него сила, пусть хоть сколько бы у него не было армии, но если против него все королевство, все топы королевства, это полный пипец для него. Он очень аккуратный, осторожный игрок. Мы его долго ловили. Он не допускал таких ошибок. И вот сегодня он прокололся. Это одна единственная ошибка его была. И на ней мы его и поймали. Собираем на него по несколько мег сразу. Игроки сильнее него немного. Там, ну, доли процентов получается там. 100-200%, но вкупе с тем, что он очень тяжелый, у него много силы, это эти доли процентов ничего не решают. Нам больно его бить, но мы бьем все равно. Потому что другого шанса у нас не будет просто эту реликвию забрать. Этот синий скипетр, он нам очень сильно нужен в каждом КВК, в каждом событии. Он должен быть у игрока, который на нашей стороне. Потому что у нас второй скиптер, желтый скиптер был у американки. Она дура конченая. Просто после КВК ушла, даже щит не одела. Китайцы ее убили и забрали этот скиптер. Че добро пропадать-то просто так? Уже несколько мега-операций мы по нему сделали. Он не может ни сдвинуться, ни улететь. Они пробовали одеть щит альянса. Ничего не помогает. Он не может никак щит одеть. Вот в этом самый прикол. Об этом мы додумались до этого. Сразу вот после изменения правил альянса. О том, что можно поймать абсолютно любого игрока где угодно.
если только он не на территории какого-нибудь альянса, просто в поле стоит на пустой территории. 2,2 на 2 миллиона поменялись. Хотя разница в статистике, смотрите, какая. Гамби сильнее намного. Но Кит тоже не дурак. Он догадался, что можно использовать временную реликвию, временную редкость, на одевание щита, которая срабатывает при поражении. Она работает реально, даже на чужой территории. Об этом тоже мы проверили, догадались давно. Об этом я сообщил в группу нашу в слиянии. Что если вас поймали на чужой территории, вас бьют, вы включаете эту временную реликвию. И при поражении она просто вам одевает щит на 2 часа. И вы сохраняете и оставшиеся войска, и ресурсы. Также и порешал этот кит. Его зовут Немезис, Хан. Вот у него случилось поражение. Так, мега-кооперация потребовала поражение. То есть мы проиграли сначала. После этого он решил просто сохранить свои войска. Я, может быть, немного вперед забегаю. 3 или 4 мега-кооперации наши просто в хлам разбивались. Я на двоих своих замках по 700 тысяч войск потерял где-то. Минимум, а может быть и по миллиону. Но такого шанса у нас просто повторно не будет. Китайцы наши, которые в альянсе, в нашем королевстве играют китайцы, они не дураки. Они очень хитрые игроки. Опытные. Вот этот Немезис, он играет со мной, с моего самого первого королевства, с третьего королевства, К3. Он играет так же, как и я, очень давно. Такой же опытный игрок, как и я. Как говорится, на каждое действие есть противодействие, вот так же и у меня с ним. Я придумал то, что можно поймать с помощью крепости. Он сориентировался и одел специальную реликвию, которая при поражении оденет ему щит. Его проблемно было поймать. Он никогда просто так щит не снимает. Только по делу. И только когда он находится на территории своего альянса. Его поймать очень нереально было. Мы хотели его поймать с огненных земель. Там тоже фишка есть. Если игрок улетел на огненные земли, место пустует. Мы вставали специально на это место, чтобы, когда он возвращается, его выкидывало случайным телепортом куда-нибудь на пятачок. Тогда бы мы его по реликвии нашли, поставили рядом крепость, запрет ТП бы одели, и все, и он бы никуда не делся. И можно бить мегами, пусть даже игрок сильнее, пусть больше армии, но если против него целый альянс, то можно все равно убить, рано или поздно. Вот она, временная реликвия, помогающая одеть щит при поражении. Она одевает щит автоматически сразу же, как только сам факт фиксируется поражение. А реликвии, обычные реликвии, передаются, сами знаете, как проблематично. То есть можно 20-30 плиток поставить или куда-нибудь на повадке 20-30 штук поставить. Не с первого раза реликвия передается. Это очень тяжело. Рандомно просто. Синий скипетр еще при нем. Мы проигрываем. Чайки бьет. 2,6 проиграл. Хотя Чайки намного сильнее его по статистике. Ну, масса решает. Масса это очень сильно решает. Надо всегда тренировать войска. Никогда тренировка стоять не должна. Никогда. И зря войска тратить тоже не надо. В бессмысленных кооперациях.
Если вам нужно получить очки в КВК, в проигранном КВК, где вы уже заранее проиграли, вы знаете, все, у вас шансов нет, его не надо бить мегой. Можно просто свою ферму какую-нибудь крепануть, отправить, получить очки, у вас войска лягут в раненые, вы не потеряете ничего. И при этом вы получите очки. А если вы идете куда-то в мегу, вы теряете войска. Даже потом, когда вы восстанавливаете 300%, это все равно ничего не решает. Кстати, мы скипетр забрали наконец-то. У утки он. Утка, которая бил меня в огненных землях, у него скипетр оказался. Повезло просто ему. Шикарно повезло. Он отправил свою кооперацию, пустую, можно сказать. У него статистика гораздо ниже, чем у этого Немезиса. Но Немезис решил в этот момент прятать войска и оставил в замке всего 900 тысяч. 1,8 ярда у него. А в кооперации, кстати, реликвию выпадают рандомно. Не факт, что она выпадет в главе кооперации. Она может любому игроку из кооперации выпасть. Но тут она в голове упала. Вот так у нас борьба за реликвии происходит. Перед слиянием я сразу говорил, что будут войны за реликвии. И вот он результат. Теряют люди замки только так.